هذا نواف الجرير، حديثك وجدته عند ابن جرير عبد الرزاق جاب الحديث حتى حديث الأسود في الطريقة. قال شيخنا عندكم مكتبة شاملة في الجوال؟ إيه؟ يعني أنا لاحظت تجدون بسرعة يعني أي معلومة بس مو بلوك الشامل هذا في النت؟ لا وجد في الشامل هذا في النت؟ لا وجد في بعض المواقع بحث ما يتصور أنا واحد وش عندي اللي طاح بسم الله الرحمن الرحيم كيف؟ أنت قال له خذ مخطط فادخل عبد العليم سو انضمام من سم فتحت وين عبد العليم؟ في واحد دخل معي دخل عبد العليم هو؟ في واحد دخل ايه عبد العليم دخل عندك موبايل يا شيخ؟ ايه زين زين ما يشت عندي زين هناك براتيا كاك سازوكم انستغرام دخله خلاص نبدأ شهر ونص تقريبا نعم يا شيخ انقطاع أكثر إلى شهران نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Вы все знаете причину, почему мы так долго не выходили в эфир. И хвала Аллаху, что он нам облегчил, и мы снова приехали к нашему шейху. Вот. И, иншаллах, сегодня будем спрашивать вопросы, которые вы отправляли. Баракаллаху фикум. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. الله يحييكم يا شيخ. جعل الله علينا وعليكم هذا الشهر شهر مبارك يتقبل فيه الصيام والقيام. نعم. Наверное, мы попросим шейха, чтобы он вначале сделал небольшое в течение 5 минут небольшое напоминание по поводу Рамадана, так как это самое большое событие. Сейчас, несмотря на то, что очень много новостей всяких отвлекает, которые нас, но это то, что сейчас Рамадан, и мы не должны упускать. Попросим шейха, чтобы он сделал напоминание по этому поводу. Вот. И, как вы все знаете, это мы сегодня у нашего уважаемого шейха Халида Аль-Фуриджа, да хранит его Аллах. شيخنا قبل أن ننتقل الأسئلة هل ممكن أن نطلب منكم خلال 5 دقائق نصيحة لإخواننا لأن كثير من الأخبار تأتيهم تشغلهم والآن عندنا رمضان وتشغلهم عن العبادة فممكن تذكرون الإخوة والأخوات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Известно всем вам то, что эта жизнь — это милость от Аллаха Аз-Заваджаль. И то, что Аллах Субхану Тааля сотворил и ночь, и день, как аят, как знамение для тех, кто хочет благодарить Аллаха. Эти дни, эти ночи, эти месяцы, они закончатся, пройдут. Но они являются кладом, в который человек может внести то, что он хочет внести в этот вклад. Этот клад будет открыт перед Аллахом Субхану Тааля, и человеку будет сказано, читай свою книгу сам. Ты будешь читать эту книгу, в которой написано все, что ты сделал, то, что ты не сделал.
и то, что ты совершал. Поэтому передается в хадисе от Аби Барза аль-Аслами ради Аллаху анху о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи саллям, сказал: «Не двинуться с места две ноги, две стопы раба в судный день до тех пор, пока он не будет спрошен о четырех вещах. О его жизни, о том, на что он ее потратил. Эта жизнь, эти года, ты будешь спрошен за них у Абдулла. И времена отличаются друг от друга. Их степень отличается, поэтому является обязательным мусульманину использовать свое время и соревноваться в совершении благих дел. Этот месяц — великий месяц, благословенный месяц, Рамадан, в который увеличиваются благие деяния, умножаются, прощаются грехи, открываются врата рая, закрываются врата ада. Это великий месяц. Аллах Субхану Азза ва Джаль дал тебе, оказал тебе милость, когда Он дал тебе возможность дожить до этого месяца. Так не пропускай же его ни и ночи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: тот, кто будет поститься Рамадан с верой и надеждой, то будет ему прощены все его грехи. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто выстоял Рамадан верой и надеждой, то будет прощено ему то, что он совершал из грехов. И совершит, будет молиться в ней и с верой и надеждой, то будут прощены также все его грехи предыдущие. И эти дни быстро закончатся и пройдут. Мы видим уже сейчас, что мы треть месяца уже прожили. Первая треть этого месяца благословенного Рамадана уже закончилась. И точно так же, как мы провели этот первый месяц, он прошел. И тот, кто будет жить из нас, он пройдет для него целиком и полностью. Аллах Субхану Тааля предопределил это для нас, то, что этот мир, он будет проходить для всех нас. Но как этот мир будет проходить, как время будет проходить, в каком состоянии эти года, эти месяцы, эти дни. Не сделай так, чтобы твои дни и твои месяцы были против тебя светилями по Аллаху Азза ва Джаль, но сделай так, чтобы они свидетельствовали за тебя. И не будет такого дня, когда солнце зайдет, кроме как не закроется или не кроме как это будет свидетельством за тебя либо против тебя у Аллаха. И это великая беда, когда человек отвлекается от чтения Корана, от зикра, от молитвы, от поминания Аллаха, отвлекается тем, что не приносит ему пользы. Среди людей есть те, кто занят тем, что он следит за новостями вируса, эпидемии, кто умер, сколько умерло, где умерло, сколько заболевших. Нет сомнений, что мусульманин сам по себе в основе своей любит бесполезные вещи. Но ты не делай так, чтобы большая часть твоего времени уходила на это. Если ты тратишь на это время, то потрать часть какого-то своего времени, а остальное время трать на то, ради чего ты был создан. Аллах Субхану Тааля говорит: ты не сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. И великая катастрофа, когда человек проводит эти времена, этот Рамадан, в грехах. Мы видим, что в соцсетях есть люди, которые призывают к тому, чтобы смотрели сериалы, слушали музыку. Это люди, призывающие к злу, нет сомнений, это призывающие к злу. И беда, если мусульманин отвечает им и тратит свое время на эти грехи и на эти запретные вещи. Шахр Рамадан, месяц Рамадан, месяц прощения, месяц скования рабов, закрытия врагов, вратов ада. Не будь причиной того, чтобы врата ада для тебя открывались. И более подобает нам в эти дни, что мы показали Аллах Субхану Тааля благость, вернулись к Аллаху Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля испытал всю умму. Аллах Субхану Тааля испытал все человечество даже в эти дни этой эпидемии, этой болезнью. И никто Субхану Тааля не сможет избавить от нее, кроме как Аллах Субхану Тааля. И она не будет завершена, кроме как с таубой к Аллаху Азза ва Джаль. И через истихфар, просение прощения. Поэтому мы должны показать Аллаху за самих себя благие деяния, чтобы мы больше делали зикр, больше читали Коран, больше делали дуа, просили Аллаха за ваджаль, защищали самого себя, своих детей, своих жен, тех, кого мы любим, кому мы желаем блага, чтобы делать дуа за них, чтобы Аллах сохранил от зла их. Потому что этот месяц — это месяц ответа на мольбу. Постящийся, если постится, то все время, когда он постится,
молятся, то его молитва принимается до тех пор, пока он не сделает ифтар. Ты, когда ты постишься, то твоя дуа принимается до тех пор, пока ты не сделаешь ифтар. И твоя ночь также в ней принимается дуа. Каждую ночь, когда ты молишься, то это бывает причиной для того, чтобы ты, Аллах Субхану Тааля, помиловал тебя, принял твою дуа. Наш Господь щедрый, милостивый. Он любит от своих рабов, когда они просят его, делают дуа, благодарят его, подчиняются ему. Аллах Субхану Тааля хочет от нас блага, не хочет от нас для нас усложнений. Он хочет от нас, чтобы мы вернулись к нему, сделали тауба, покаялись. И поэтому мой совет, мое наставление, что мы использовали эти дни, эти ночи, благие деяния, совершали в них побольше, возвращались к Аллаху Азза ва Джалла, чтобы мы показали Аллаху Азза ва Джалла благо в нас, то, что мы соревнуемся, спешим в совершении благих дел. И, возможно, ты будешь из числа тех, кто в следующий раз уже не будет жить во время Рамадана. Возможно, кафан будет иметь больше прав на тебя. И никто не знает, когда придет его смертный час, и когда Аллах Субхану Тааля заберет его душу. Поэтому разумный человек, тот человек, который судит сам, судит себя и работает ради того, что придет после смерти. А другой же человек, тот, который следует за своими страстями, бедный. Поэтому стремись к милости Аллаха, достижению с милости Аллаха и его прощения. Сейчас перейдем к вопросам, иншаллах. Сразу скажу, они в основном будут связаны с Рамаданом, так как это, как я сказал, в начале основное наше событие в эти дни. Вот. Напоминание по поводу вопросов. Многие спрашивают, где можно вопросы задавать и так далее. Вопросы рекомендуется, чтобы вы спрашивали вопросы под видео, то есть в комментариях. Оставляли в комментариях вопросы под видео, которые потом выпускаются отдельно. Вот. И сейчас переходим к вопросам. Шейхана, первый вопрос, который мы зададим шейху, по поводу дуа, который более предпочтительно делать в Рамадане. То есть ли определенные дуа, которые желательно в Рамадане делать это дуа? شيخنا أحسن الله إليكم هل هناك أدعية معينة يستحب للمسلم أن يدعو الله بهذه الأدعية؟ عند إيش عند المصيبة ولا عند يعني في رمضان Нет определенных дуа, которые касались бы только Рамадана, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, которого он делал бы во время Рамадана. И люди нуждаются, люди могут делать дуа в зависимости от своих нужд, они отличаются от нужды людей. Есть вещи, в которых все нуждаются, то, чтобы они просили Аллаха за взять рая, просили его прощения, его милости, его отдаления от ада, чтобы он отдалил ада. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил «Раббана атина фиддунья хасана фил ахирати хасана ва кина азабан-нар». Это общая дуа. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, дал совет Абу Бакру ас-Сиддику, что он спрашивал «Аль-Афу валь-Афия валлах азза ва джаль». И нет сомнения, что тот, кому Аллах субхану тааля дал «Аль-Афу» и «Аль-Афия», то дал ему все благо. Поэтому также чтобы, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Али, о Али, проси Аллаха ведения на прямом пути и укрепления». И есть общие дуа, в которых содержится все время своего поста и во время своего настаивания. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обучал Хасана бин Али бин Аби Талиба, радиаллаху анху, в котором он делал дуа. В некоторых выражениях приводится, чтобы делал его во время утра. «Аллахумма ахдина фиман хадайту, афина фиман афайту, валляна фиман таваллей». И до конца этот хадис известный. И более правильным является в том, что он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обучил его не во время утра, только в общем, в любое время. И он не касается только утра, только. Ты можешь делать это дуа в любое время. Также есть молитвы различные, дуа, чтобы Аллах Субхану Тааля защитил его от своего наказания, от своего гнева, чтобы сделал его из числа преуспевших, его достигших его довольства.
Также есть молитвы, которые мусульманин может для себя просить с искренним сердцем и языком, искренне, всей своей душой, чтобы его дуа была услышана, чтобы его душа была расположена к этому и искренне делать это, чтобы Аллах субхана ва тааля исправил его самого, этого человека, и направил его на прямой путь. И люди отличаются. Некоторые люди больные, хотят исцеления. Этот человек, который имеет заколдован, хочет исцелиться от колдовства. Этот бедный хочет, чтобы Аллах обогатил его. У этого есть долг. Он хочет, чтобы Аллах субхана ва тааля помог ему выплатить долг. Там женщина, у которой нет детей, она просит, чтобы Аллах субхана ва тааля дал ей ребенка. Поэтому дуа — это широкая дверь, и не нужно ее ограничивать. Поэтому Аллах субхана ва тааля говорит, если спрашивают мои рабы тебя обо мне, то я близок и отвечаю на мольбы просящего, с условием, чтобы он не просил греха и не просил того, что приносит к разрыву родственных отношений. Если он будет это делать и будет торопиться в дуа, в ответе на дуа, то Аллах субхана ва тааля ответит на его дуа. Поэтому спрашивающий, когда спросил, есть ли какой-либо определенный дуа во время Рамадана, в ночь Рамадана или во время ифтара, то нет в этом вопросе ничего достоверного от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но мусульманин может делать дуа, общие дуа, в которых есть благо в его мире, в его ахира, и то, что, в чем есть благо для него, для его детей, для его жены. И дверь, которая касается дуа, глава дуа, она широкая, нет в этом вопросе проблем. Следующий вопрос. Поститься, оставить пост из-за боязни, что его иммунитет ослабнет, и тем самым он может заболеть коронавирусом. Шейхана, ассаляму алейкум ва алейкум ясалю саиль, халь яджузу ли ан атрука саум ли аджил хауф мин ан яни тадуф манаати ва амрат би коронавирус хаза. Ясалю Аллах аль-афията ва ас-салама. Просим Аллаха Его милости. Мы хотим сказать этим людям, бойтесь Аллаха Азза ва Джаль и возвеличивайте ваши будущие. Аллах Субхана ва Тааля там отвечает на ваши благие помыслы об Аллахе Субхана ва Тааля. Надейтесь на то, что Аллах защитит вас и уберет эту эпидемию. Но твои слова, что то, что ты боишься, что ты будешь заболеешь этим вирусом и хочешь сделать ифтар, разгореться во время Рамадана, это недозволено бояться подобным образом. Мусульманин не боится, кроме как вещей, которые являются естественными, которые являются явными. А эта болезнь, то, что я боюсь заболеть, боюсь заразиться, это не является оправданием для оставления обязательного поста. Аллах Азза ва Джаль обязал нас всех поститься и не дозволяется мусульманину оставлять пост по причине того, что он боится того, что он заразится. Но является обязательным поститься. Если болезнь настигнет тебя или придет какие-нибудь ее последствия, слабость или какая-либо вещь, и ты не можешь поститься, то тебе можно разговориться. Но разговляться и не поститься в причине страха, то это не дозволяется. Аллах Азза ва Джаль дозволил разговляться тому, кто является больным или путником, или не может поститься. Но тот, который не больной, не путник и может поститься, ему не дозволяется разговляться и кушать во время Рамадана по причине какого-то страха, которого боятся люди. И тот, который дает фетву подобную, то его фетва неправильная, она ошибочная. Если была бы открыта эта дверь, то никто бы не постился бы. Все боятся жажды, все боятся голода, все боятся заразиться. Если бы эта дверь была открыта в шариате, то шариат бы никто не практиковал бы. Тот, кто боится заразиться, чтобы он не постился, тот, кто боится, чтобы его убили, он не молится, то никто бы не молился, то никто бы не поклонялся Аллаху Азза ва Джаль. Всем обязаны поститься и не дозволяется использовать пославление в вопросе поста, кроме как те, которые упомянуты в шариате. Это путешествие, это болезнь или это недееспособность. Но положение этих людей, которые говорят, я боюсь, что мой иммунитет станет слабее, то скажите этим людям, что тот, который защищает от болезни,
это Аллах, тот, который помогает исцелиться, это Аллах, тот, который отдаляет эту болезнь, это Аллах. И ничего не постигнет тебя, кроме того, что предопределил Аллах за Аджаль. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ибн Аббасу, знай, что если вся эта община объединится для того, чтобы нанести тебе вред, то они не смогут тебе нанести вред, кроме того, что Аллах за Аджаль предопределил против тебя. Если Аллах за Аджаль предопределил эту болезнь для тебя, то ничего не отдалит от тебя эту болезнь. Если Аллах за Аджаль не предопределил ее от тебя, то чтобы кто бы ни старался бы, то ты не заболеешь. Поэтому доверяй Аллаху, уповай на Аллаха. Но если человек заболел, то ему дозволяется уже разговляться по причине того, что он является больным человеком и не может поститься или боится, что эта болезнь сильно усилится по причине его болезни. Поэтому не дозволяется разговляться из-за болезни, что он заболеет. Это не дозволено. Следующий вопрос. Каково положение людей, которые молятся, то есть в сафе, в рядах и оставляют пространство, то есть пространство между людьми во время коллективной молитвы около 1.5-2 метра. Вот каково положение молитвы в таком термине нас юсаллюн ва ятрукун масафат, яни, масалян, куллю шахс бейнахума я масам метр ва нисф ау метрейн сафа. Основа заключается в молитве, в выстраивании рядов, чтобы они приближались друг к другу, чтобы они были близки друг к другу, молящиеся, были близки их плечи, ноги, стопы. Но если есть такая подобная болезнь, вирус, и боятся люди за ее распространение, то нет проблем, чтобы они отдалялись друг от друга ради того, чтобы защититься от этого вреда, от этой болезни. Нет в этом проблем. Это дозволяется молиться им подобным образом, коллективную молитву, и между каждым человеком, между двумя людьми будет 0.5 метра, метр, метр с половиной. Нет в этом проблем, их джамаат, действительно, их молитва действительная, так как ваджибат, обязательные вещи прощаются больному, то же самое и во время молитвы они прощаются по причине страха. Мы можем заметить, что в молитве страха то многие вещи прощаются. Один делает рукой, другой делает суджуд. И это дозволяется. И если медицина утверждает то, что по причине приближения эта болезнь распространяется, то нет проблем в том, чтобы люди отдалялись на 2 метра даже и молились в одном ряду. Это по причине необходимости. Это не дозволено в любое время, но дозволено именно только в это время, во время этой эпидемии. Следующий вопрос. Говорит человек... Если человек не постится по лени, и он хочет дать садака, чтобы облегчить грех, вот, что можно посоветовать такому человеку? Шейхан Ахсан Аллаху алейкум, якулю саиль, ашшахс аллази ля юсолли касалян, ва юридан ятасаддак ли ажли тахфифи зэмба. فما نصيحتكم لهذا الشيء؟ لا يصوم، لا يصوم ويريد أن يتصدق. نعم. Этот человек, который оставил пост по причине лени и без небрежности, или по причине любви к еде и питью, нет сомнения, что он совершает один из великих грехов. И то, что наказание его Аллах Азза ва Джаль будет жестким и сильным, передается от Абу Умамы, ради Аллаха анху, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел мужчин и женщин, которые наказывали наступление и указывает это на то, что они постились, но они делали ифтар до того, как приходило время ифтара специально. И это указывало, это их наказание, это их угроза им. И просим Аллаха помиловать нас. И посчитали некоторые ученые, как Исхак ибн Рахавия и Саад ибн Джубейр, рахимахумуллах, то, что оставивший пост по причине лени и небрежности является неверующим в Аллаха, Азза ва Джаль.
Если Саид и Исхак, и одно из мнений имама Ахмада, это то, что человек, который оставил пост, является неверующим, то как же может быть его садака принята? Поэтому мы скажем этому человеку: покайся к Аллаху Азза ва Джаль, вернись к своему Господу Субхану ва Тааля, и знаешь, что ты по причине своего поста добиваешься довольства своего Господа, и не дозволяется тебе оставлять пост по причине, и в то время, когда ты можешь поститься. Но если ты путник или больной, то дозволяется тебе разговиться и потом возместить после твоей болезни или путешествия. Аллах Азза ва Джаль, который дал тебе возможность эту поститься, обязывал тебя поститься. Поэтому выполняй то, что Аллах Азза ва Джаль обязал тебе совершать. Но твои слова о том, что ты делаешь садака для того, чтобы уменьшить свой грех, то садака — это другая вещь. Она не имеет отношения к посту. Если ты сделал садака, то это благое дело, ты будешь получать за это вознаграждение у Аллаха Азза ва Джаль. Но заставление твоего поста обязательного — это великий грех, который является причиной гнева Аллаха Азза ва Джаль и его наказание, иншаллах, если он захочет. Поэтому осторожно, осторожно, еще раз осторожно, чтобы вы умерли в то время, когда вы не поститесь. Будьте осторожны, чтобы в этом положении к вам не пришла смерть в то время, когда вы не поститесь ради Аллаха Азза ва Джаль. Поэтому спешите сделать таубу и вернуться к Аллаху. Просим Аллаха его милости. Следующий вопрос. Девушка, у которой менструации закончились в середине дня, должна ли она поститься оставшийся день? Вот. Шейхана, ахсаналлаху илейкум. Такулю саиля лау инката хайд асна, яни финнахар, финнахари рамадан, фа халь тасум бакият ильяум? Пришел час 11 часов утра, то дозволяется ей продолжить свой ифтар, разговление в остальную часть дня. Тот, кто разговился по причине оправдания, дозволяется ему не поститься оставшуюся часть дня. Но тот человек, который не по причине уважительной причине сделал ифтар, то он должен обязательно продолжать свой пост. Есть два случая. Тот, у кого есть оправдание, у кого менструальный цикл, путник, больной человек. Любой из них, если он сделал ифтар в начале дня, и потом его причина, по которой он сделал ифтар, закончилась, то дозволяется ему оставаться остальную часть дня разговлившимся, как сказал Ибн Масуд, как это передается Ибн Аби Шайба, тот, кто сделал ифтар в начале дня, то пусть сделает ифтар и в конце этого дня, во время Рамадана, и потом сделал таубу, то является обязательным для него, чтобы он воздержался от еды и питья сразу же. Например, человек сделал ифтар по ошибке. Был спрошен я о человеке, который сделал ифтар по ошибке. И он посчитал, что его пост закончился и испортился. То не дозволяется ему кушать в оставшуюся часть дня. Является обязательным ему поститься в оставшуюся часть дня. Поэтому тот человек, который специально сделал ифтар, то он должен сделать таубу и поститься в оставшуюся часть дня. А тот, кто сделал ифтар по причине оправдания, шариатского оправдания, которое шариатское оправдание, то он может оставшуюся часть дня не поститься. Следующий вопрос. Как вы знаете, сейчас во многих местах мечети закрыты, и получается, мусульмане не посещают пятничную молитву. Вот. Спросим шейха по поводу купания, гусля. Остается ли желательность? То есть всем известно, что в пятницу желательно мусульманину искупаться, сделать гусль. Вот сейчас он не ходит на джума. Остается ли желательность этого? Шейхан, ахсаналлаху алейкум. Яни шахс ан аль-масаджид мугляка я шейх фи касир мин аль-амакин кама таарифун фа яни хал ябка аль-истихбаб ли игтисаль йаум аль-джума? В этом вопросе есть разногласия между учеными. Среди них есть те, которые считают, что молитвы джума, но тем не менее человек должен совершать гусль хотя бы один раз в 7 дней. Как сказал Абу Хурайра, является обязательным для каждого мусульманина делать гусль в течение 7 дней. Если ты не сделал гусль джума,
то пусть не пройдет 7 дней, чтобы ты не делал гусы ни разу. Это является адабом и чистотой, которая была приказана в нашем исламе. Пророк сделал джума тем днем, когда делается гусль, но если ты не идешь на джума, то делай гусль либо джума, либо четверг, либо субботу, либо пятницу. Но чтобы не проходило 7 дней, кроме как ты совершал гусль, как сказал Абу Хурейра, является обязательным каждому мусульманину, чтобы он делал гусль хотя бы 1 раз за 7 дней. Следующий вопрос. Что лучше для женщины, для мусульманки, чтобы она совершала намаз в джамаате, таравих намаз, или дома, учитывая то, что дома... Суд шадит. Аля я дуру ка суд, бада залик, Хасан. Еще раз спросим вопрос. Можно ли читать Коран с мусхафа во время обязательного намаза? Ахсан Аллаху алейкум, я шейх. Али я джуз ан якра аль мусулли аль Коран мин мусхаф фи салати аль фарида? Чтение из мусхафа во время обязательных молитв некоторые, большинство ученых не любили, считали это нежелательным, но некоторые считали, что это запрещено. Но более правильным мнением в этом вопросе является то, что мусульманину приказано быть смиренным в своей молитве. Нет сомнений, поднимать мусхаф, открывать его, закрывать его, переворачивать его — это такое движение, в котором не нуждается мусульманин. Кроме как человек не знает сура Аль-Фатиха наизусть. Например, мужчина и женщина не знают сура Аль-Фатиха наизусть. И он хочет прочитать ее из мусхафа, то нет в этом проблем. Он может читать из мусхафа. Но то, что остальное не из Фатихи, то он не должен читать это. Должен читать то, что он знает наизусть. И читать короткие суры из Корана, или любую часть Корана. Но если молящийся не знает ни Фатиху, ни за ничего из Корана, то дозволяется ему поднять мусхаф, взять мусхаф в руки и читать из Корана. Тот, который знает Фатиху или какие-либо короткие суры, то не дозволяется тебе... И не подобает тебе поднимать мусхаф во время молитвы. Даже если ты возьмешь мусхаф в руки и будешь читать мусхаф, то твоя молитва действительно, но это противоречит сунне. Следующий вопрос. Человек, который умер в Рамадан, есть ли ему какая-то польза от этого, поможет ли это ему в судный день? أحسن الله إليكم يا شيخ الشخص الذي مات في رمضان هل يستفيد من هذا يا شيخ يوم القيامة؟ الموت في رمضان. Смерть во время Рамадан, хадисы, которые приводят достоинство Рамадана, указывается в общем на его достоинство. Например, то, что открываются двери рая, закрываются двери огня. Само по себе это великое благо. И тот, который умер во время Рамадана, то абуаба рая, двери рая открыты для него, и двери ада закрыты от него. Но касаемо конкретного случая, то нет никакого достоинства того, кто умер во время Рамадана. Во время Рамадана умирает и верующий, и грешник, праведный, и плохой человек, мусульманин и неверующий. Поэтому нет разницы. Если верующий умер во время Рамадана, то из тех вещей, которые радуют близких людей этого человека, то, что во время Рамадана открываются двери рая и закрываются двери ада. Если есть какое-либо достоинство в этом, то можно обрадовать подобным хадисам родственников этого человека, то, что рая, двери открыты, а двери ада закрыты. Это с точки зрения смерти Рамадана.
Но касаемо конкретного достоинства, то нет никакого конкретного достоинства тому, кто умер во время Рамадана. А что же касается дня Джума, то передается хадис у имама Тирмизи и у других от Абдулла ибн Амра ибн Аса, ради Аллаху анху, о том, что тот, который умер день Джума, то он будет в защите от того, кто искушает. Это недостоверно от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И нет ничего достоверного в достоинстве смерти в день Джума от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего. Нет достоверного хадиса о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал то, что тот, кто умер день Джума, какое-то достоинство есть у него в этом. Хадис, который передается в этой тему, он слабый. Там передатчик Раби ибн Сейф, он не слышал от Абдулла ибн Аса, и не слышал от него этот хадис, и поэтому хадис является слабым. Но, тем не менее, большинство ученых радуются как, и считают благим признаком смерти, когда человек умирает в день Джума. Но, как я указал, хадис, который передается на эту тему, недостоверен от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. О шейха, а также смерть в Медине. Насчет смерти в Медине передается этот хадис достоверный. И поэтому, если мусульманин может умереть в Медине, то пусть он это сделает. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будет делать шафа жителям Медины. В этом условии то, чтобы человек был из числа мусульман, чтобы он был из числа тех, за кого будет свидетельство принято шафа. Даже, но если он будет мушриком или не мусульманином, то не будет, не принесет это ему никакой пользы. И хадис на эту тему является достоверным хадисом, он указывает на достоинство смерти в Медине, в том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будет свидетельствовать за жителей Медины. И самые первые люди, которые будут воскрешены, это жители Медины и Мекки. Также сейчас спросим у шейха по поводу много людей как бы обсуждают это. Люди, у которых звали Ахмад или Мухаммад, что они не попадут в ад. هل هناك حديث أو أثر أن من كان اسمه أحمد أو محمد أنه لا يدخل النار؟ مثل هذه الأحاديث التي فيها من تسمى باسم محمد أو باسم أحمد أنه подобные حديثы, в которых есть такие подобные выражения, что такой-то не зайдет в рай по имени, это является ложным хадисом. И нет в достоинстве имени Мухаммада или Ахмада достоверных хадисов. И хадис, в которых говорится, что любимый Аллах Азза ва Джалля, это, который начинается с Абда, то это ложный хадис. Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, назвали Мухаммадом его родственники. Его так назвала его мать или его дед. Но он сам себя так не называл. Поэтому Мухаммад и Ахмад, нет ничего достоверного, достоверности этих имен. И хадис приходит только достоинство двух имен, Абдулла и Абдур-Рахман. Но насчет Мухаммада и Ахмада, то нет никаких достоинств у этих имен, хадисов, и нет никаких достоинств у человека, который был назван этими именами, что он будет счастлив или войдет в рай, или в дом, в котором есть Мухаммад, не зайдет болезнь, то это является ложью и измышлением на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому видим, что есть люди, которые зовут Мухаммад и Ахмад, они являются самыми большими грешниками, самыми плохими людьми. И имена не влияют на это и не придают этим людям их качеств, кроме как Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, наш посланник, потому что его имя подобно его описанию. Он Мухаммад, и он на самом деле тоже Мухаммад, и он благодарен. И поэтому у этих имен нет никакого достоинства, и хадисов нет ничего достоверного на эту тему. Следующий вопрос. Время от времени видим комментарии или, в общем, сообщения, что некоторые невежественные люди с больными сердцами порой комментируют, говоря следующие вещи, то есть, почему не выходили из своего села, там, из своего города, не ездили по странам и не видели, как мусульмане одеваются. Вот. И тем не менее, мы спросим шейха,
по поводу таких людей и также спросим, как во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, одевались мусульмане, и спросим, каково положение вот этих людей, которые делают, насмехаются над этим одеянием. Вот. Шейхан, ассаналлаху алейкум. Мин воктин ли ахар нуляхив анна ба'дул джухалья, шейх, яни ястахзиуна биллибас, якулюн антум тальбасуна либасан ниса, яни мисля это калям хабис. ف يعني ما نصيحتهم؟ يحصلون بأي شيء لباس النساء أي لباس؟ يعني عندنا شيخ في روسيا مثلا يعني غير معتاد يلبسون فقط السروال مثلا نعم فيستهزئون بهذا اللباس يقول هذا لباس النساء فما نصيحتكم يا شيخ؟ Мы скажем этим людям то, что это одежда, над которой вы издеваетесь, это одежда Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Передается о том, саляма ради Аллаху анха, о том, что самая любимая одежда для посланника Аллаха — это камис. Камис — это вот то, что мы сейчас надеваем, это называется камисом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, надевал камис, надевал изар или да, надевал джуббу, надевал хуллю. Саллаллаху алейхи ва саллям. И мусульманину приказано одевать одежду мусульман и отдаляться от одежды кафиров и грешников. И издевательство над этой одеждой не дозволено, потому что это одежда мусульманин. Мусульман — это одежда Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в особенности аль-камис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, надевал имаму. Он надевал изар, риду, хуллю. Он надевал... во время войны тоже надевал определенную одежду на свою голову. Но тот человек, который издевается над камисом и, несмотря на это, издевается, говорит, что это женская одежда, то он на великой опасности находится. Но, скорее всего, это невежественный человек, он не знает просто, о чем разговаривает. Во-вторых, эта одежда, она из тех вещей, которые... относятся к обычаям. У каждого народа свои обычаи, поэтому мы не говорим, что мусульманину приказано надевать имаму. Это не из наших обычаев. Мы надеваем платок, шимагутру, но имама — это не из наших обычаев. Но ее надевают, например, в Судане. Это из их обычаев. И для них это является их одеждой, и они могут ее надевать. Нет в этом проблем. Поэтому одежда относится к обычаям, не к поклонениям. Но есть такая одежда, которая относится к поклонению. Например, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, надевайте белую одежду. И поэтому мусульманину приказано надевать эту одежду, и он получает за это вознаграждение. Но надевать изар, ирида, или джуббу, или хуллю — это обычаи. Если ты находишься в народе, который надевает эту одежду, то надевай ее. Если ты находишься в народе, который не надевает эту одежду, то не надевай ее. Но если это бывает одежда какая-то, то мусульмане не дозволяется надевать эту одежду, он должен отличаться от неверующих. Но если он находится в своем народе и есть какая-то определенная одежда, то пусть он надевает эту одежду и не отличается от них. Но если одежда его народа отличается от одежды мусульман, то пусть он одевает одежду мусульман и гордится ею, потому что он будет носить одежду Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, одежду мусульман. Следующий вопрос. Можно ли читать никах через, например, телефон или видеозвонок и так далее? Вот считается ли такой никах действительным? Нам? Это их на фишка. Ашан для таджрибат. Ассаламу алейкум, я шейх. Хукм никах, аллази укида антарик джаваль, масалан, ау видео, хаза, я шейх. Никах антарик джаваль. Нам. ما شاء الله تبارك الله говорит شيخ. كما تعرفون لا يوجد. لقول النكاح يشتغل. Который будет свидетельствовать. Если присутствуют два свидетеля, опекун, муж, жена, то и они подходят для этого, то женитьба действительно. Если опекун сказал, я женил тебя на своей дочери, и он принял эту женитьбу, и два свидетеля есть, этому то брак действительный. Даже если это будет вживую, или через телефон, или через соцсети,
с условием, чтобы тот, который говорит, выдает замуж, это опекун, вали. Тот, который принимает брак, это муж, который примет этот брак. И два свидетеля слышат, что опекун выдает этому парню свою дочку. Он говорит, я выдал тебе за тебя свою дочку, а тот говорит, я принял. И если эти условия присутствуют, то никях действительно, и нет в нем проблем. Также можно это делать через доверенность у шейх. Да, вали, опекун может доверить это дело какому-то другому. Например, отец находится где-то в Китае или в Индии, а дочка находится в Кувейте. То отец дает доверенность какого-то человеку, вот такой-то человек, который в Кувейте, выдай мою дочь замуж. И приходит это доверенное лицо и выдает ее замуж по присутствии двух свидетелей, которые являются свидетелями, и выплачивается махр, брак действительный, да. Следующий вопрос. В эфире про многоженство мы упоминали, то есть шейх упоминал хадис, в котором Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал Али, чтобы он не женился на дочери Абу Джахля. И было очень много комментариев, многие люди не поняли, то есть начали это применять, то есть в моем случае можно ли так сделать и так далее, то есть оттуда ахкамы разные вытаскивать. Вот. И попросим шейха поэтому, чтобы он разъяснил и дал понять, то есть какие на сегодняшний день, какие хукмы из этого хадиса мы вытаскиваем, понимаем. Вот. И как правильно понимать этот хадис? Вот. Ахсан Аллаху алейкум, я шейх. Закартум фи халака ан таадуд, я шейх. Закартум киссат бинт Аби Джахль, лати арадан ятазавваджаха Али, радийаллаху анху. Фа касир минан нас лям яфхаму азал хадис, ва кулю лимаза наби ямна таадуд, ва хуа джаиз. Яни касир... Посланник Аллаха не запретил Али жениться, но запретил ему остаться со своей дочерью, чтобы она была его женой. Он сказал Али, если ты хочешь жениться на дочери Абу Джахля, то женись на ней. Но не объединяться моя дочь, дочь посланника Аллаха, дочь врага Аллаха под одним человеком. С одним человеком. Ты можешь развести на моей дочери, жениться на ком хочешь. Я не запрещаю разрешенные, не разрешаю запрещенные, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он хотел тем самым, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если ты хочешь жениться на дочери Абу Джахля, то женись на ней. Я не запрещаю дозволенное, но не оставайся с моей дочерью. Не объединяй их вместе в одно время. Разведи мою дочь для того, чтобы жениться на ней. Поэтому Али, ради Аллаху анху, он не женился на ней, потому что он хотел оставаться с Фатимой. Я не думаю, что кто-либо, у кого есть, кто-нибудь другой, любой человек выбрал, сделал бы другой выбор. После того, как она умерла, он женился на четырех женах. И поэтому пророк Зал-Салам не запрещал это, но он поддержал таким образом свою дочь просто. И в этом хадисе следующие выводы делаются. Например, человек женил другого человека на своей дочери, поэтому и этот другой человек хочет жениться на другой девушке. И поэтому он может сказать, если ты хочешь жениться на другой женщине, то не оставляй с собой мою дочку. Разведи ее, нет проблем, и женись на другой. Если он боится, что она будет испытана в своей религии, потому что некоторые женщины слабые, они могут быть испытаны, когда ее муж женится. Поэтому мы говорим, в этом нет проблем. Но если женщина принимает, хочет оставаться с ним, не хочет отдаляться от своего мужа, то будет проявлять терпение и будет надеяться на награду Аллаха Азза ва Джалль. И в хадисе нет никакой проблемы. И в хадисе нет запрета никаха. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал выбор Али между тем, чтобы он женился на дочери Абу Джахля, и тем, чтобы он развел его дочь. И нет в этом проблем тоже, чтобы человек тоже практиковал это. Например, женщина говорит своему мужу, если ты женишься на ней, то разведи меня, то дозволяется ей требовать таляк. И если он откажется, то дозволяется ей делать холю по своей инициативе. И в хадисе Фатимы довод на это. Дочка Абу Джахля была мусульманкой, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям боялся за свою дочь, и поэтому сказал подобное. Как со временем? Арба дакайк.
Она шуфиших. Давайте один вопрос тоже возьмем из эфира. Она так милятан, я не суаль газа, я шейх мушкель вал. لا يلزم كان تطلق لا يعني إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها لم يلزمه ذلك لكن له أن يطلب الخلع если женщина требует мужа разводить имени то не обязан ее разводить المرأة إذا رفض أن يطلقها زوجها женщина если أن تطلب الخلع مужа отказал ей то может потребовать то может потребовать вернуть ему и развестись. لا يلزم الزوج أن يطلق. Но муж не обязан لا يلزمك أن تطلق. Это не обязан. وللمرأة إذا رفضت طلاقا لها أن تطلق. أن تطلق بس بشرط أن يكون بس من باب الخوف على نفسها أو على دينها ولا لا تتحمل أن تبقى وهناك ضرة لها تشاركها زوجها. Из-за присутствия второго. Жазакаллаху шейхана, баракаллаху фикум. На этом мы завершим наш эфир. Я напоминаю, что вопросы нужно предпочтительнее, чтобы вы оставляли в комментариях вопросы. Вот. Иншаллах, будем рассматривать все эти вопросы. По каким критериям они выбираются, я раньше тоже упоминал. Вкратце сейчас тоже объясню, что личные длинные вопросы, да, где вы объясняете, что дедушка пришел, сестра замуж вышла. И так, то есть ваши личные вопросы в эфире мы не можем, потому что это вас лично касается. И здесь сотни людей, тысячи людей смотрят. Мы хотим, чтобы общая файда была, общая польза была. Поэтому старайтесь отправлять вопросы, которые касаются большого количества людей. Вот. И на этом мы, иншаллах, завершим наш эфир. Постараемся в ближайшее время тоже еще сделать, потому что вопросов очень много накопилось из-за того, что около 1.5-2 месяца не делали эфиры. Вот, иншаллах, будем потихоньку. Также, что касается... Есть у нас еще минутка, да? Также, что касается вопроса, то, что вы отправляли. Во-первых, то, что я сказал, около 1.5-2 месяца не было эфиров с шейхом. Во-вторых, у нас сессия тоже в университете была, иншаллах. Сейчас, алхамдулилля, мы заканчиваем ее и, иншаллах, вплотную начнем заниматься этим делом тоже. Поэтому проявите терпение, не нужно названивать и так далее. Некоторые вообще гадости писали тоже. Я в черный список сразу закинул. Кто себя неправильно ведет, не соблюдает адаб, без разговоров, без каких-то этих, сразу попадает в черный список. Будь то в комментариях, будь то в сообщениях, противоречит, например, да, и потом попадают в черный список. Они считают, что они сказали что-то такое необычное, на что у нас нет ответа и так далее. Вы просто поймите, что таких, как вы, сотни людей пишут, и каждый день тоже пишут, и таким, как вы, мы не считаем нужным уделять время. Поэтому не считайте, что вы сделали что-то необычное, и нам нечего на это ответить. Вот. Баракаллаху фикум. И на этом, иншаллах, мы завершим наш эфир. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо.